Сотрудниками Министерства внутренних дел России был задержан подозреваемый в кражах камер видеонаблюдения. Полицейскими ОМВД России по городскому округу Ступино в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний местный житель, которого подозревают в совершении нескольких краж. Было установлено, что злоумышленник проникал в подъезды многоквартирных домов, а также в частные домовладения, которые расположены в Ступинском районе, и похищал велосипеды, электроинструменты, садовый инвентарь, электроприборы. Кроме того, были украдены 11 видеокамер наружного наблюдения, которые расположены на зданиях. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Часть похищенного имущества полицейскими обнаружена и изъята в ходе обысков по месту его проживания.